Итак, всем привет! Ты сегодня снова на канале SportX, и сегодня я тебе расскажу о том, как правильно принимать L-карнитин. L-карнитин употребляют для похудения, а также для набора массы. Так, далее я объясню, как это делать и как принимать. L-карнитин, или известен он еще как витамин B11, вырабатывается в нашем организме благодаря животному белку. То есть самое главное, чтобы наш рацион был сбалансирован, тогда при этом условии он будет нормально вырабатываться. Для чего нам нужен L-карнитин для похудения? Для того, что он участвует в переработке жира, скажем так, в транспортировке жирных кислот по нашей кровеносной системе. Вот, поэтому в период похудения его обязательно нужно принимать. Также еще здесь такое замечание небольшое, что если вы, допустим, принимаете мельдони, то с ним обязательно нужно употреблять L-карнитин, так как мельдоний подавляет свой собственный L-карнитин. И нужно еще добавлять L-ку для того, чтобы карнитина в организме не стало критически мало, потому что тогда замедлится процесс похудения. При наборе массы L-карнитин нужен для того, чтобы лучше усваивалась белковая пища. Он нам и в этом помогает, поэтому в мясонаборе он тоже незаменим, и его обязательно нужно принимать. Как рассчитать, к примеру, правильную дозировку препарата? Ну, здесь все очень просто. В принципе, стандартная дозировка, которую я обычно советую, это 1000 мг препарата 2 раза в день. Один раз утром и один раз перед тренировкой, где-то за 30-40 минут до тренировки. В остальные дни кушать его, допустим, в выходные дни. Кушать его нужно так. Утром проснулись, 1000 мг выпили. И в течение дня можно разделить, допустим, ту же 1000 по 500 пить там, в обед и вечером. Ну или перед сном, как получится. Также можно употреблять и большее количество L-карнитина. Допустим, в период подготовки спортсмены могут употреблять от 3 до 8 граммов карнитина в сутки. Ну, это довольно большое число. Это 3000, от 3000 получается миллиграмм до 10000. Вот, это для в период интенсивных тренировок, подготовок и всего остального нужна такая доза. В принципе, для повседневного использования, для поддержания, скажем так, работоспособности организма, потому что он еще выносливость тоже повышает, в плане как энергетик, тоже неплохой, в принципе. Вот, то достаточно будет и до 2000 миллиграмм в день. В принципе, больше не нужно принимать. Вот такие вот у нас делишки по поводу карнитина. Так что, если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал, ставь лайки. Пока!